Делайте как надо. А что я не вижу, да? Я картошки чистила, не знаю, путем очистила, не знаю, нет. Ведь вот эту каждую и на салаты себе начистила, сварила. Подруг, а у вас там под шубой лука не заготовляют нигде? Миша, под шубой-то Нико говорил, Петросянов, как? Он сделал под шубой-то. А говорит, полгода все лицо в румянах было. Так, бабушка, мы тебя поздравляем. С прошедшим твоим днем рождения, здоровья, счастья. Это от нас, от детей. Тебе. Подарок вам. А это что такое? Телевизор. Компьютер тебе. Все, нет, правда, что ты? Телевизор. А колеек ехать. Чемодан. Чемодан. Кабулатом. А конечно, сейчас вот как планшеты. Саша, чемодан кому надо, мой, да? Видишь, Кира, скишали. Витьку уж не будем ждать. В общем, Витька тут. Сесть, да. Ну, сколько сесть? Ой, вы кот поела. Сколько ты в нижнем соотношении. Обновлять сейчас будем. Вот специально, а то в куда привезли. Ну, даже нет. Дети, 2 литра, хватит вам все дни. До Брага на это будет 2 банки браги вон дыхнем. Как раз вместо компота. Ну, новую тумбочку от одной. На ее послать что-то не надо. Тумбочку только привело. Да? Да. Да, все. Это полянская. Ящики-то у нас заполнены продуктами. А, один заполнен. Ой, а вот где это? Ага. Тумбочка полянская, телевизор кировский. Тумбочка из поляны, гарпуля. Я не знаю. Да сейчас все не что это ерунда. Сейчас телевизор ремонтировать. Дешевле новый купить. Нет, если съездить, найдем часть участников вам покупать. У нас он котел зараза, потек теплообменник у этого. Либо поехал мужикам его разобрать туда-сюда, поехал в Гаргасское, да, там, за кровом там. Они говорят, бесполезно, там, не разбираешь, ты ничего не делаешь. Менять надо. Они, теплообменник там целый и металл такой, что он... А ты, телевизор отмазил, так он что? А ее перевернуть нам, а конечно, сделали, он же работал. Так ничего не работал. Ничего. Кого доставать? Просто так, 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 работала еще. Да когда это было, я уже забыл. Да, вот, с антенной. Ковер этот подарил, холодильник подарил. Антенна-то вот здесь. Так. Саша, посмотри, а как же с приставкой должен работать? Так, антенна-то надо, приставка здесь стоит, в нем. Приставка здесь встроена. Вот он, а приставка-то какая? Как? Здесь же на 10 каналов. Где, эта дорога с антенной у вас была? Вон кабель-то здесь. Вот это? Только я не знаю. Это вот. Нет, комнатный так. Давай. А комнатный вон. Тот-то телевизор ты уж сейчас отдай людям. Конечно, отдам. Чужой ведь у ней. Комнатную? Конечно, оттуда бери комнатную. И это... приставка стоит. Не, такая. Да, внутренняя. Что-то как-то наклонено сюда. А полы-то так бы. Пол неровный. Полы-то ведь так вот, поэтому и наклонено. Не уедет? Там, он не упадет? Там нет, там ножки хорошие. По столешнице-то смотри, пол даже сюда наклоненный. Ну, да. Сзади-то ушла. А пол моя же все и так. Клеть-то клеть его утянет до прежнего. Я дай бабушка с тобой. Ты сам один волос. Как? Куда тебе девать-то? Сейчас покажу, смотри. Воды. Привет, Миша. Ой, мы рады, что все мы приехали и собрались сегодня на день рождения. Вот я хотела Витьке на вас сына, чтобы он наше празднование самое любимое мамочки. Зятелья, дядя. Да, Лену знают. Лёшка-то знает. А сегодня печень готовим. А он из армии-то пришел, встречал. Миша, привет. Лену знает. Привет, супруги. Детям и всем остальным. Да. Спасибо, бабушки, что приехали. Бабушкин день. Очень жаль, что не нет. Не могу я тебе в день рождения, дорогие,
Пойдите. Завтра мы споем тебе. Да. Что не можем мы тебе подарить. А сейчас можно? Нет. У тебя слез не можно, можно. Давай, мам, давай. Можно, можно. Да. Давай. Чайте больше воды. Ну, пойте. Ну, давай, да, пой. От душа поет и все. Плакать, давай. Плакать, да. Что? Конечно. Завтра... Нет, не продублируем. То. Не а то. Вы не меня то. Не хватает, не хватает. Мам, не хватает чего-то, да? Рюмку надо. Во! Я говорю, что не хватает чего-то. Нет, нет, нет. Я не буду пить. Я так вот спою. Так? Да нет, не то, не то. Не хватает чего-то. Не могу я тебе. Ок, я сама себе опять буду. А вы подпевать будем. Не то не хватает, этого не хватает. Тихо, пусть мы идем. Спой хоть ты, поддержи. Не перестань. Я вам знаю, что спою какую. Начинаем, мы тебе попьем. Давай начинаем. Давай какую? Нет, дело в том, что видишь, чтобы всех снимали. Она будет петь в центре. Ну давайте вот по-рюмашечке выпейте. Завтра мы вообще все сделаем. Ну понимаете, не хватает естественности. Понимаете? Типа заняты и запели. Когда человек от души все это выполняет, понимаете, это другое совершенно. Начинаю я тебе в день рождения, дорогие подарки дарить, но зато в эти день замечательный я могу о любви говорить. Но зато в этот день замечательный я могу о любви говорить. Ты не думай, что я не внимателен, что цветы не бросаю к ногам, но зато в этот день замечательный я свое сердце тебе я отдам. Ох, то ли я не Гонда, то ли не котеночек, то ли я не уважал молоденьких девчоночек. Что ты думаешь, я тут гепляна умею петь? Я и смотрю, трезвые, хорошо поешь. Я и так смою. А я и так, я и сяк, я и бань. Зайчиком. Ну как не сплясать с таким мальчиком? Ну-ка. Ой, ну-ка давай-ка шевельнем. А я и так, я и сяк, я и девочкой. Ну как не сплясать с такой девочкой? Ой, конечно, с такой-то молодушкой ты же. Такая маленькая молодушка. Ой, Саша. Ой. Залез, засмущали. А что за скромничать дальше? Ну, все, ну так все, все, давайте. Шура, Шура, Шурочка идет по переулочку, идет и песенку поет. Знакомый голос подает. Танька, знай. Ой, Янка, ты так поет. Он ей вот петь, она будет петь. Она споет, так я ведь вообще в обмороку буду. Смех, бабушка. Ты что? Задумал, значит. Прикинь, с работы пришел, она как спела. Я сразу на входе упаду. Вон, Саша-то с Венера. Ты же пел, вспомни-ка, Венера-то была. Вы да. Поете с ней. Нормально, мы пели. А гляди, а Саша только стоит. Оу! Опять песню, а не как у нашут, она так. Оу! Два слова скричит и все. Забывает она. Она а хоть здесь сейчас хоть работает. Здесь? Завтра придет. Она работает. Придет, я ее позвала. Спросила меня, выжил, привет, нет. Все. Заметан. Соскучилась нам, да? Да. А где работают-то? В магазине. В каком? Вон там? В продуктовом. Куда сейчас? Куда у нас один сегодня, сейчас. Куда я сегодня ходил? Ну, понятно. А когда там твоя работа не ее. Ее смена тебе не повезла. Кто-то лампочки-то сегодня не продали. О. Один фонарик только вон. По ходу дела, да. А что, нет лампочек-то? Нету. Нет Венеры, нет лампочек. Так и заначки бы так. Возьми фонарь, у меня есть фонарь. У меня тоже есть фонарь. А у меня ведь такой. На керосину нальем и все. Летучая мышь. Летучая мышь? Да. Пойдем на ощупь. Тогда все там вот сбегутся на летучую-то мышь. Вот, вот. Росомахин-то с Лебедевым хотел в клуб сходить. Ну, я думал, сегодня поедет, что?
А сегодня ведь не скотобятница. А ему завтра тоже опять не готовится. Сегодня пятница. Завтра обратно туда, обратно едет. Сегодня пятница. Так не далось, видишь, Владу в школу. Ему не придется. Слетаем. Да, так они что, обратно приедут? Да, приедут часа на два, на три. Поздравляю бабушку и все. Вечер тихой песней у нагревкой плывет. Дальними зарницами светится вновь. Футболист он. Вечер поезд горит, они командой на соревнования надо идти, а там вратарь. Где-то под рябинушкой парень ждет меня. Ой, рябина кудрявая, белые цветы. Он у них как... Ой, рябина, рябинушка, что взгрустнула ты. Меня хоть в победу судите, я в этот фольклор кончился. Хоть песню хочешь петь? Машка, до понедельника поживем. Милая рябинушка, сердце подскажи, кто из них бы желание руку дать кому? Я вам рассказываю сперва. Они не поняли, о чем речь идет. Давай там поеду не поту. Кони говоришь. Давай-ка нашего любимого споем. И веселого тоже. Как цветет калина. Ой, цветет калина в поле у ручья. Парня молодого полюбила я. Парня полюбила на свою беду. Ух, не могу открыться, слов я не найду. Он не могу открыться, слов я не найду. Он живет, не знает ничего о том, что одна личина думает о нем. Облетает свет, ух! А любовь девичья не проходит лет. А любовь девичья не проходит нет. А любовь девичья с каждым днем сильней. Как же мне решиться рассказать о ней? Я хожу не смею. Дать слова, ух! Милый мой хороший, догадайся сам. Милый мой хороший, догадайся сам. Наверное, да, смочи, чтобы лучше пел. Догадался, написал письмом, ух! О письме две строчки и больше ничего. Ух! Я хожу, не смею волю дать слова. Милый мой хороший, догадайся сам. Не дам, ни хрена не дам. Ни хрена не дам. Когда с вами? Да что, старая песня, хорошая песня. Да-да. Да, на самом деле. Знать бы их еще, да? Вот у тебя несъеденное. Да. А может я еще запасной положу? В карман ушел. Красивый на голубой закаты. Так, давайте, девчонки. Я провожала солдаты. А то поется плохо. Девчонки, для голоса давайте. Я конечно, как не пересохнет. Я провожала. За тебя, бабушка, за тебя, за тебя. Давай, давай. Хорошая моя, давай. Эх, чарочка моя, да подставленная. Эх, на салотном блюдечке поставленная. Ой, кому чару пить, кому пить, выпивать, что на доброе здоровье, на здоровье. Что, Александру тут?
Росомахину. Да, не выбей! На всю жизнь. Ну давай за тебя, чё. Быть красивым. Жить, быть богатым, гулять весело. Всё. Всё. Еще ничего не скажу. Что-то тебе это, сузили твои пожелания. Бабушка, ну всё, мастер. Ах, это новинцо. Карман легчит, но дубчая мягчит. Раз прекрасного его венцо, да окрасит шейку и лицо. А на грудь мягчит и карман легчит. Знаете? Ну что? Знаем, знаем. Скажу, самоделка. Да. Знаем. Сам свое производство открыл, да черт тебе тебе. Ой, на камеру. Не то яблоко, что за другое. Сашка другой тебя не выпустит. На это рассчитано? Да. Да. Саша не курит. А вот ты куришь, залез в середку. Вообще не могу. Он курит. Ты Я сюда вот сяду, куда куришь. Давай. А ты флешку-то? Меня заставляют. Ты готов, чтобы только чик-чик сделать? Так чик-чик, ты все понятно. Ты надо это самое. Забери. Много тут оставил это. Слушайте музыку, песню слушайте сначала. Эти слова посвящают. Мама, это тебе. Тебе. Слушай. Я слышу, что все. А кривите, жалко, что ли? Слушайте. Как выразить благодарность свою, чтоб я не сделала, будет мало. За каждый мой шаг ты молилась в тиши, просила у Бога мудрость и верность. Сердце скажу тебе, мама, прости за то, что не знала я слова нежно. На свете добрее, милее, роднее, лучше ведь в мире мамы моей. Ее руки не и голос родной, глаза ее добрые, всюду со мной. Ранило сердце твое много раз, но ты в ответ за меня молилась. Прими благодарность свою в этот час, за ласку, заботу, за слез, что лили. Ты всемогущий Бог, храни мамино сердце, что греет тепло. Где планшет у тебя? Где? Пусть, мама, ты уже седа, пусть 80 уже тебе, но ты, любимая, родная, одна, одна у нас в судьбе. Мы с юбилеем поздравляем. Не могу читать. Не надо. Спасибо говорим тебе за то, что ты ночей не досыпала, пеклась о беспокойной детворе. Тебя мы бесконечно любим. Дороже человека нет. Пускай горит, не угасая, в своем окне далекий свет. И каждый, мама наша дорогая, тем материнским светом обогрет. Живи подольше, не болей, и в гости жди своих детей. Я, чтобы не напивались. Цветы-то. Держи помчами. Да-да-да. Выращивай. Яночка, дорогая. Живые цветы тоже. Живые тебе. Ой. Мои дорогие дочери, внучата нам поставили. Давай, с днем рождения. Лена, это на... Сейчас поставим. С днем рождения. Спасибо, Лена, Ольга. Вас это
На окошке кой, вон ты тебя и... Ну, давайте, с днем рождения! Давай, ты тебя любим! Трехкратное! Ура! 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 80 раз, да? Не знаю, покричите, да? Давайте, не достанем. Виктор, давай, мы с тобой что-то перебили, так ничего, ты сейчас чекаться не понял, что ли? Племянники, мучата, все, дочери, сын, всех, спасибо вам за все. Ох, замочим сейчас. Детевья, всех, мучата, все, спасибо. Коля, Ирина, все приехали, спасибо, дай Бог здоровья вам. Владика, богатая у нас. Давай. У нас, как всегда. Ой, можно мы? Вы, наверное, давай я тебе подам. Добросовестный. Если надо уж так скинуть, я тебе подам. Награждаем медали. Ой, еще. Вот. Медалям. Беги, Оль. Куда ты? Я не знаю, у меня вот здесь вот лежали. Вот я положила тут. Она как все. А мои открытки где? Вот тут. Зачем перерыли-то? Потому что убирали оттуда. Владик ведь тут стерся сейчас. Так, сиди, бабушка, не волнуйся. Да-да-да-да. Девушка, отойдите. Покрасуйся, бабуш. Губёны ты надо было накрасить. Какой медаль у тебя не было еще? Служу детям. Бабушка, сюда. Служу зятю. Ну и сейчас... диплом. Мамочка, милая, добрая, светлая, на доброту и заботу ответна. Счастья тебе и здоровья без меры, благополучия, света и веры. Пусть только радостью светятся глазки, в жизни пусть все будет, как в детской сказке. Пусть исполняются все пожелания, будут успехи, цветы, понимание. Ты у нас лучшая мама на свете, знай, обожают тебя твои дети. Жизни тебе спасибо, очень спасибо. Долгой и светлой, и исполнение тайны заветной. Решением семейной комиссии по проведению торжества 12-12-17 вручают дети. За всю нежность, любовь и терпение, заботу к нам присваивается звание «Самая любимая мама». Получены отличные оценки по следующим дисциплинам. Основы счастливого детства 5, материнская любовь и забота 5, забота о потомстве до совершеннолетия 5, проведение домашних праздников и дней рождений 5, искусство баловать и управлять 5, разговоры по душам 5, диплом на тему «Наша лучшая на свете мама» защищенно отлично. Спасибо, благодарю. Обмыть надо медаль. За это надо. Давайте. Медаль обмыть. Диплом зарубила. Да уж смотри. Диплом. Все. Давай. Поднимайте руки. И бабушка, ну-ка. Вот. Дайте я отойду. Идите, выходите. Сюда, ближе к бабушке. Что она не увидит вас? Сюда, вот сюда. Давайте. Бабушке ближе. Ну, давай. Прабабушка любимая, пусть этот день рождения здоровья принесет, удачи и настроения. Тебя? Тебя мы очень любим. Желаем мы сейчас, чтобы ты была счастливой и дорога для нас. Молодцы! Дай-ка хоть поцелую. И что, не все? Подожди, Ниша, подожди, шесть будет. Этот мне все ведь читал стихотворение, то понял, что будет. Сейчас дальше. Сейчас еще будет, что ты пишешь. Бабушка наша родная, любимая, бабушка славная, незаменима. Днем рождения тебя поздравляем, всяческих благ твоей жизни желаем, чтобы ты никогда не болела, чтобы ты никогда не старела, чтобы вечно была молодой, веселой, доброй и нежной такой. Целую мы славные, добрые руки, судьбом у тебя, твои дети и внуки. Молодцы. Бабушкина мама, мамина бабуля, много лет живешь ты, как тебя люблю. Ты живи, родная, только не болей. Я хочу встретить столетний юбилей. У тебя морщинки, солнышко лучи.
у тебя душа и сердце вечно горячи. Сколько ты трудилась, всех растила нас. Отдохни, порадуйся, милая, сейчас. Спасибо, Владимир. Вот своим рукам тебе сделал подарок. Ой, Владик, какой ты молодец. Спасибо, молодец. Дорогой. Бабушка, которую фотографию достань. А ты давай, бабушка, сними. Посмотри, сфотографируйся с ними. Красота. Толя, правнуку швомчу помастери. Бабушка. А нет, нонче, ой, все умеет. Бабушка, да. Да. Это вся наша семья. Подарки еще не закончили, бабушка, за ним. Ой, посмотри-ка. А покажите нам тоже. Сейчас. Да, покажите, бабушка. Да. А эту? Настя же. Настя наклонила голову-то. Не хотела фоткаться. Не хотела. Давай сюда, передавай, бабушка, посмотрим тебя. Бабушка, давай по кругу покажем. Коля, покажите. Давай сюда с ними. Альбом давай. Подожди. Я их сфотографирую четвером. Давай, давай. А зачем? Альбом еще не вручать вот. Ну и мы же вопии. Смотри. Саша, ты что нам купил? Бабуш. Так, все классно. Он подарил им уже. Все уже подарила. Ты на меня смотри, бабушка. Все. Влад, альбом еще подарил. Так достань. Это тоже память тебе. Тоже он сам делал. А всех сидящих здесь. Да, бабушка. Сверху конфеты опять видят. Конфеты, ага. Ага, грызи и смотри. Грызи и смотри. Карточки. От всех нам. Все здесь, кто есть. Вот Толи только не было у нас фотографий. И Челнинский есть довольно. Все тут есть. Попали. Ой, Миша. А Миша есть? Есть все. Да как вы это вы делаете, это, а? Ну потом посмотришь. Давай. Блин. Покажи. Ой. Не по размеру. Раз. Вот здесь вот так. Это на нитку, на нитку. Вот календарь убери. Так видно просто. Она не одевается, она гвозди. Там же это крепление. Что, приготовили уже заранее? Смотри. Подарок этот подарить. Юля, Кирилл привез себе подарок от Юли. Ой, Кирюша. История длиной в жизнь. Ух ты, блин. Что вы такие стоят? Сколько от твоей матери есть? Тебе что вспомнить? А ты говоришь, не приедешь. Смотри, смотри. Там на велосипеде. Мы тебе оставим, вот, смотреться, как я тебе умею. О, что мой? Я сам решил вас. Ой, вот такой фотографии у меня нету, а? У меня такой фотографии нету. Знаю, черно-белые они там во всех пакетах лежат, там куча, не знаю, сколько их. Вот она! Это да! Привет, а! Свадьба везет! Вон ведь за сусами, бля! Это лето твоя свадьба, да? Свидетельки! С собой нет! Как
Как она смотрит? А Лиза, как она посмотрит? А это уж смотри, вчера только включили, да? Чуть не строили. Это Серега! Мы-то знаем это, мы знаем это. Слушай, Настя, вот одинаковые. А Кирилл с Тёмой вообще не очень. Потеряла свою любовь. А я хотела... Как ты хотела, вот тебе и иконы, и ладно. Вот у меня икона прикуплена. Нет, это освященная. Вот смотри, Матрона. Ой, спасибо тебе большое. Это я правнуки все поздравляю. А мы уж тут до кучи. А подожди, это надо почитать ведь. Ты что, кура вперед, батьки-то? Садись на место. Чтеца, может, наоборот? Икону не урони. Нет, нет, погоди. Поставь ее на место. Так прочитай. Стой, забей. Под шубой. Прочитай. Давай прочитай. Сюда. Наш книг, как был цех маленький такой. Смотри, себя. Да я боюсь, потом собьюсь и не смогу прочитать. Читать же надо было. Да. Может, за это надо выпить? Вот ты вот так вот. За внука. Нет, нет, подожди. Подожди. Вы что, нагулялись? Давайте я тогда с Кристиной еще. Виталия стоит. Ну ладно, давай. Давай по очереди, по очереди. Старший мне день сегодня яркий и такой чудесный. Наступает важный праздник, юбилей. Жить путь будет легкой, светлой, интересной. Радует внимание любящих людей. Чтоб звучали нежность, ласка в каждом слове. И заботой доброй был весь дом согрет. Бодрости и силы, крепкого здоровья. Много-много счастья, 80 лет. Сейчас Таня поздравляет тебя. Это тебе новый телефон. Да, Кристина тебе. С Васей. С большими буквами айфон. Последняя модель. Последняя. Чудесный праздник, да, Ретрадость? И каждый миг теплом согрет. Так много в жизни состоялось за эти 80 лет. Благополучие и счастье пусть радость ждет из года в год. Легко надежды воплотятся, и в сердце молодо живет. Это тебе, да, от нас. Лебеди Росомахины. Ага. Спасибо. Это вот жили. Бабушка. Бабушка.
Щечку. Это вот тебе... Ой, этот больно уж хорошо. Завтра мы устроим тут этот. Это на диванной, что на диванке тут. Бабушка, а это тебе от бабушки? Это от бабушки Тамары тебе еще подарок. Ой, с Красной Поляны. А прочитайте. Штука ты... Это что она тут? Да не уходи. Одеяло, чтобы грело. Какие подарки? Подарки шлют. И желания пусть осуществляются, и ярких красок будет жизнь полна. Пусть будет свет в каждом мгновении. Удачным будет каждый новый миг. И пусть приносит радость день рождения, здоровья и гармонии всех благ. Лебедевы. Ну, а она когда-то, Мара, это сейчас и кровка не любит. В апреле? Вот, да, не забудь. Так, давайте. А вот брат, одеяло, чтобы, говорит, сама пока не продаю все. Там тоже одеяло. Ну, давайте. Достать тебе сказать. Потом, да. За это надо выпить. Мы возражаем. Да, за поздравление внуков. Давайте. Как вы торопитесь, что-то быстро не успели. Мы даже не знали, что тебе подарить. Вот у тебя такой сейчас замечательный возраст. В твоем возрасте торопиться опасно, нервничать вредно, доверять глупо, а бояться поздно. Остается только жить свое удовольствие. Дай Бог тебе, чтобы вся твоя оставшая жизнь прошла тебе в удовольствии, а ну, всякие невзгоды это проходили где-нибудь там стороной, не касались тебя. Пусть это ты как старость, как говорится, ну, она старость была бы в радость. Спасибо. Дай Бог тебе еще здоровья. Спасибо, Ирина. Дай Бог тебе еще. Приехал. А где спать ты будешь? Я от тебя не убудю. Скажу, дожить до 100 лет. И много-много здоровья тебе, главное. Самое главное здоровье. Спасибо, Ирина. Да ты что хоть это? Да ничего хоть это, все подарки, я тебе сказала, купишь сама, у тебя такой прекрасный возраст, я прям засомневалась, что ж тебе подарить-то-то, а? Убирай сразу. Ну что не наливаете? У нас воров нету. Никто не воров. Вот сейчас за это выпьем, давайте. Чтобы здоровье. Командуй. Сейчас командуем. Кирилл, ты вот командуй у нас. Подожди, ну как не списать с таким мальчиком? Ах, я и так, я и сяк, я и белочка. Ну как не списать с такой девочкой? Мам, подкромнее, подкромнее. Ах, я и скромна. Мать, что, ничего нет? Это еще скромно? Да, мать, еще скромно, да. Ты хотя бы скромно тебе на колени села. Ты уже скромно тебе, заговорил под 80 лет. Да, русский, какая скромная. Не говори ей-то, я уже о скромности-то не думать-то. Я же позабыла о скромности. Тихо. Событие, достойное внимания. Большая дата. 80 лет. Накоплены умения и знания, и греют доброты сердечный свет. А за плечами опытность, терпение, умение наслаждаться простотой. И есть потребность с новым поколением душевную делиться теплотой. Это ты можешь. И хочется в день этот замечательный, уюта в доме, счастья пожелать, здоровья крепкого, чтоб вскоре обязательно на сотый юбилей гостей позвать. Это кто опять?
Мы. Мы. Важная дата. Опытом жизни, щедра и богата. Пусть серебрятся на праздник. Пусть соберутся на праздник семья. Самые близкие люди, друзья. А все близкие собрались. Родные. Сказано будет немало с любовью, счастья, тепла и, конечно, здоровья, и долголетия, и юной души. Верить, мечтать и стареть не спеши. Спасибо, доча. Молодец. Это вот мне отсядя. О, бурак. Бурак. Это вот подчай под травку. Там, подожди, там травка, Миша привез тебе травки. Кто это тебе сделал, да? Этот бурак, Миша наполнит завтра травкой. Завтра заваришь. Да. На подносе и другому дядю принес. Спасибо, Толя. Дай хоть щечки поцелую. Подожди. На камеру. Давай на камеру. Самый старший зять. А ты что сидишь-то? Чего? С бураком. Он вообще жопу не отрывает. Слушайте, только не ругайте меня, ругайте мою мамку. Зачем родила такую атаманку? Молодец. Сейчас не ругаться, я буду про бурак песни свою. Подожди, видео. Бурак? Поехали. Вот говорю, не ругайте. По речушке, по реке, по заклаю, в бураке, пиздет, плывет пиздюшка в бураке. Без покрышки, без огна, плывет голубушка одна. Вот дураков поплывет. Рыбу буду ловить. Я не понял. Я все тебя бураком. Подожди, самое святое. А к Андрей меня ведь рукой. Илюша, это, а? Это сын тебе дарит. Да. И церкви. И там и церкви тоже. Спасибо, сынок. Дайте Бог здоровья и всего. Вежай, Господь. Будет Виктор. Одну хоть. У нас и есть только все. А ты их церкви не веди. Маму целую. На вот это тебе, вот это вот читай, спасешь Господь грешную. Мам, вот это тебе вообще... Евангелие? Нет, закон Божий, он там доступно так. А ты меня привез? Нет, такого нету, у тебя нету. Спасибо, вот! Молитесь все! Я хоть шучу и смеюсь, и давай, все. Давай. А ты давно скажу, да? Каждое утро встаю во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи милостивый, дай, буди меня грешную. Поклон три раз. Дай мне Бог здоровья на весь день мне и моим детям. Ольге, Виктору, Лене, Саше, Толе. Все! И внучатам, Яне, Тане, Кириллу. У меня все. И всех правнуков, всех перечислю. Тогда дай нам здоровья на целый день. Чтобы мы были все и успеха, и здоровья. Вот так просите. Мама, она доступна, эта книга. Любому. Ну, спасибо, сынок. Тут все сказано. Спасибо. Господь, Богородица, берегет всех вас. Спасибо. Целую, бабушка. Спасибо. Господи, целую. Давай на камеру. Ой, не туда. Прости. Давай сюда смотри. За 80 лет обиду. Спасибо. Все. Только ты не болей. И живите с Алей путем. Все. Мы любим друг друга. Да, живите. Вот. Ты нашел. Тебя нет. Все, ты никто не заставлял. Нет, живите нет, вы сами собой. Ты главное. Я вас будь не сводила и не развожу. Можно мне еще слово бабушка, сказать? Бабушка, давай зайдите, я тебя сфотографирую. Подожди, директор будет поздравлять. Господи! Бабушка, держите, вставай, я вас сфотографирую. Угоните. Я же как-то здесь стал. Скажите. Подожди. Ну, не, не.
Мы похожи на Лада. Это шутка? Понятно. Очень похожи на Светлана. Он похудел, так похудел. Смотрите сюда, особенно нос. А где Кирилл-то у нас? Вот. Сейчас Саша будет поздравлять. Я ничего не хочу тебе. Вот, знаешь, нет у меня подарков. Вот честное слово. О, ничего. Как? Но я есть добрые, теплые слова. Что спасибо тебе, кто? Мама. А? Спасибо. Можете? Тебе... Мам, не машина. Спасибо тебе. Я тебе называю уже 30 лет почти мамой, да. Потому что моя умерла. Ну, я тебе очень люблю. А ты у меня, я одна у тебя как. Ты моя как любимая мать. Я еще хочу сказать. Я тебя очень люблю. И хочу сказать тебе, вот честное слово. Большое спасибо за воспитание вот такой дочери, которую ты уже... Да, с которой мы поженились, представляешь? И после этого все, до кино пошло. Я тебя люблю, уважаю. Чтобы она тебя не ругала. Ой, да я терплю, ничего, опять его боялась. И дай Бог тебе здоровья еще, правда, до 120 лет. Пока я на пенсию не выйду еще. Бабушка, сюда поворачивайся. Я знаю, что... Тебе за дочь, за сына. Я тебя очень люблю, хороший. Спасибо. Давай поворачивайтесь, вот. Фотографию на память. Поближе. Ближе. Самоделки. Ну. Самоделки. Больше заявки не понимаете. 80 лет, мамуля. Вот так дата. Вам скажу. Мы с ней время обманули. Так возьму и докажу. Что, мамуля, только 40. Выглядит она на них. Да. Молода, да, стройна, да. Без спора. Выдают глаза одни. Не пыли. Что грустишь, моя родная? Да выпей. Спой на, спой на зло своей судьбе. Сейчас. Дочь я тебе не пожелает. Хуже, чем самой себе. Дай выпьем. Давай! Давай споем! Споем все, друзья! А завтра в поход! Вот это светлый туман! Нам подпоем! Давай, Доля! Вот поем, капитан! Прощай, милый герой! Уходим завтра в море! Сегодня? Знакомый платок голубой. Давай, моя родная. Давай, моряки, бля, спасибо. Давай, дочери. Я всех ваших обрадую. Он служил. Всех назови, потому что кто собрался, всех ты должна называть. Давай, Мишеньке, спасибо. Пиши, Толя, уже мимо да паспорт. Бе-бе-бе-бе-бе. И неясно, прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Я бухать. Я играю. С витрины вытащил другие коробки, покрывал, и все, разобрали.
Нормально. Я загорится нос! Мы тебя любим! Мы тебя любим! Счастья тебе, здоровья! Всем желаем того, чтобы пока не прогорело! Спасибо вам!